Добрый день! И сегодня я буду готовить фаршированные яйца лучком и скумбрией горячего копчения. Для этого нам понадобится 6 яиц сваренных крупно. Половиночка скумбрии горячего копчения. Я взяла ближе к хвостику, для того, чтобы меньше чистить от косточек. Небольшой пучок зеленого лука. Я его взяла со своей грядки. На черный перец и соль. Итак, начнем. Вычистила яйца от скорлупы. Нарезала лучок. Почистила нашу скумбрию от косточек и шкурки. И сейчас буду мять скумбрию вилочкой. Вот я мну вилочкой скумбрийку нашу. Насыпаю капельку соли. Соли я насыпала немножечко, потому что наша скумбрия малосольная. Насыпаю капельку перчика. Насыпаю наш лучок. Перемешиваем рыбку с лучком. Разрезаем все наши яички пополам. Я разрезала все яйца на половинки. Сейчас буду вынимать желточки. Все желточки вынуты. И сейчас я буду перемешивать. Теперь все перемешиваем. Вот наша начинка готова. Попробуйте ее обязательно. У меня рыба жирная, поэтому масло не рафинированное постное я не добавляю. Ни коровье не добавляю. Если рыба тощая и соленая, добавьте столовую ложку либо оливкового масла, либо подсолнечного масла, либо кусочек сливочного масла. Но у меня получилась хорошая пропорция. Я маслечко в этой ситуации добавлять не буду, рыбка была жирная. Теперь фаршируем наши яички. Фаршируем все оставшиеся половинки. Вот такие яйца у нас фаршированные получились. Пробуйте. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.